дорогие зрители нашего канала. И так, хочу вам представить сегодня вот такой вот маленький 7-сантиметровый мини-танк. Мини-танк 7. Так, сейчас мы, смотрите, это очень маленький прототип танка Т-34 на радиоуправлении. Вот. Вот так он поставляется, вот такой вот упаковочке. Вот так вот. Это пульт. Вот на это сейчас посмотрим. Вот так вот он прикручен с магазина на шурупы. Сейчас будем прям разбираться по факту. Так. Вот еще. Еще два шурупика. Так вот. Это платформа, на которой он крепится. Вот такой вот маленький, маленький танчик. Танк. 7-сантиметровый вот. Это полностью вот начиная вот до дула. А без дула 5 сантиметров. Вот такой совсем крошечный танчик. В этом танчике в самом уже встроенный аккумулятор. Правда, вот видите, он тут нигде не написано, сколько он. Это ладно. Смотрите, управляется он вот таким пультом. Антенка вкручивается сюда. В батарейки стоят пальчиковые. Сейчас посмотрим. Если я не ошибаюсь, вроде бы 4 штучки. Да, вот 4 штучки. И вот. И танчик заряжается прям от пульта. Пульт служит ему как для телефона Powerbank, допустим. Вот. Вот так пульт для этого танчика. То есть батарейки передают свою. Опа. Свой заряд и заряжает танчик. Так вот мы включаем. Подсоединили. Включили. И вот заряд пошел. Заряжать минут 10. Должно хватить этого заряда. То есть, чтобы покататься танчиком минут на 15. Итак, наш танчик подзарядился. Посмотрим теперь, как он ездит. Вообще, хочу сразу сказать, это очень шустрый танк. Я смотрел другие видеообзоры на него. Мне очень понравился, как он гасает. Вот, в общем, решил приобрести, убедиться сам. То есть, как бы сказать, вживую, как он ездит. Танчик включается вот здесь вот. О, загорелся светодиод. Посмотрим. О, он реально очень шустрый. Шустрый малый. Ну, прикольный такой. Башня. Да, башня движется. Ну, только вручную. Оснащен таким светодиодом. Это, я так понимаю, что понимаешь, что он включился. И он такой крошечный, чтобы, допустим, в темноте его было видно. Вечером, скажем, где-то. На улице. Интересно, как он берет. Ну, допустим, как он будет по ковру ездить. Интересно. Сейчас попробуем. Кроха. Он очень шустрый.
Как вы могли заметить, у танка несколько раз слетала гусеница. Но на самом деле она очень мягенькая такая. Да, она... И вот на поворотах, вот на линолеуме очень классно он катался, очень классно ведет себя. На ковре он ворсистый, где-то, возможно, зацепается при развороте и стягивает гусеницу. В целом, игрушка прикольная, интересная. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.